прошло стороной, но зацепило. Перепады температур, гололед и порывистый ветер стали причиной нескольких десятков аварий в Омске. На загородных дорогах несколько машин оказались в кювете. Обошлось без пострадавших, а вот в областном центре только за последние сутки зафиксировано около 40 ДТП, 3 с пострадавшими. Один ребенок госпитализирован. Столкновение произошло уже в конце дня на Сибирском проспекте. На записи видеорегистратора видно, как водитель иномарки поворачивает налево, и его авто таранит Мазда. Затем машину отбрасывает еще на две легковушки. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее на дорогах. Сейчас состояние дорожного покрытия меняется несколько раз в сутки. Синоптики обещают, что март принесет еще омичам немало сюрпризов. Март прогнозируется у нас выше нормы, от 1,5 до 3 градусов. Осадки около нормы. Еще что характерно, что вот у нас в марте происходит накопление, максимальное накопление снегозапасов. Март – это такой коварный месяц, когда у нас и метели могут быть, и особенно мы боимся, когда вот где-то в 20-х числах, да, Владимир Валентинович, у нас вечно в ружье нас всех ставят, потому что выходит южный циклон, который нам как раз приносит много беды.